Здравствуйте, друзья. Мы находимся с вами в психиатрической больнице. Я решил обратиться к молодым специалистам по поводу своего сына Себастина, который в последнее время очень меня волнует. Я нашел его дневник, так называемый, который он ведет, и обнаружил там какие-то странные непонятные вещи, угрозы, какие-то странные мечтания. Плюс я понял, что он мастерит из странных помоечных вещей, мастерит маленький город. Что это может значить? Вы светило психиатрии отечественной. И что вы можете по этому поводу сказать, дорогие друзья? Ну, это серьезный случай. Что надо делать? Медикаменты? Это проблема. Да. Или надо уже обращаться к доктору Кранцу, чтобы он использовал электросудорожную терапию и какое-то серьезное вмешательство? Или пока понаблюдать? Сразу к доктору Кранцу. Будем думать, товарищи, следите за продолжением этой истории.